Центральная Азия ищет таланты. Это шоу, в котором таланты из четырех стран соревнуются за главный приз – 10 миллионов тенге. Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Central Asia's Got Talent – это возможность поделиться своим талантом со всем миром. В этот раз я скажу «да». В шоу Central Asia's Got Talent нет ограничений по жанру, и поэтому в проекте участвуют певцы, акробаты, силачи, танцоры и экстремалы, а также иллюзионисты и фокусники, которых мы не можем оставить без внимания. Но не всем удалось попасть в выпуск шоу. И сегодня мы расскажем о них более подробно. Да ладно! О, боже! Что это такое? Это магия. Все, отлично. Потом пообщаемся. Отборочный тур с легкостью прошел Мадияр Алмаз из Казахстана. В Центральной Азии он единственный иллюзионист, у которого есть Кубок Мерлина. Кубок Мерлина – это аналог Оскара среди фокусников. Я получил его в этом году, 28 марта. Мадияр пришел на шоу, чтобы с помощью колоды карт рассказать зрителям историю. Его цель – разрушить стереотипы о картах. Я иллюзионист, я занимаюсь таким жанром, называется close-up magic, это микромагия. Карточные фокусы – это выбери карту и так далее, это какие-то азартные игры. Я хочу доказать, что это не так, что можно сделать даже такую композицию, карточный спектакль, показать через сквозь карты свои чувства, любовь. Руслан Иванченков уже больше 8 лет улучшает свое мастерство, чтобы люди получали удовольствие во время его магического представления. Я начал заниматься этим в 18-19 лет и увидел первый фокус в интернете. Иллюзионисты во всем мире знают более 1000 фокусов и трюков. И чтобы не повторяться, они совмещают различные техники, иллюзии и психологические манипуляции. Ну, обычно говорят, что фокусы и иллюзии – это ловкость рук, а никакого мошенничества. Мне очень неприятно, немножко обидно слышать это. Ой, такой фокус я умею показывать? Фокусники каждый день тратят как минимум 3 часа, чтобы отработать то или иное движение, чтобы это выглядело так легко, как это выглядит на сцене. Вот. Там же актерское мастерство, какие-то шутки авторские, которые ты ищешь, вытачиваешь как алмаз, чтобы это было смешно. Ну, харизма нужна. Трогай! Попробуем еще раз. Крепко. Чувствуете карты в руках? Да. Смотрите. Она прям крепко держит. Держите крепко. Я отойду подальше. Ситора, чувствуете в руках карты? Как только я щелкну пальцем, они исчезнут. Все. Открывайте. Да ладно! Где карта? Покажи, 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 что у тебя в руках. А я же держала. Да, 4, да.
В каждом человеке должно жить хоть немного волшебства в сердце. Не знаю, сама жизнь – это как бы магия. Это Улмаз Алимситов, иллюзионист из Узбекистана. Но фокусы он показывал не всегда. В прошлом Улмаз был профессиональным акробатом и даже жил в цирке. Но после неудачного трюка он получил серьезную травму ноги. У меня крестообразный сустав порван левой ноги. И нужно оперировать. Чтобы это решить, болт с гайкой нужно купить. Там, оказывается, какие-то свои медицинские, которые вбивают в кость и ставят искусственный сустав, а мой уберут. 6 месяцев, год, и можно будет продолжать акробатику и вообще все. Теперь фокусы для Улмаза – профессиональное хобби. И когда зрители удивляются его трюкам, он чувствует себя счастливым. Фокусники не имеют права ошибаться. Там, если ты жонглер, упадет там мячик или голова, можно подобрать или дальше все начать. А мы не имеем права ошибаться, потому что можно секрет раскрыть. И зритель, который смотрел, удивлялся, уже после одного разоблачения, хоть какого-то мельчайшего, уже хоть бы час показывали все самые знаменитые, самые лучшие фокусы, уже все это останется сзади из-за одной ошибки. Не зашито все это. У вас 4 «да», и вы проходите. Спасибо. Удачи вам, спасибо. Когда на сцене видишь животных, изумление скрыть трудно. У Айджана Егембердиева дома собственный мини-зоопарк. А все потому, что его семья уже почти полвека проработала в цирке. Бізде шоуда енді маймылдар, жаңағыдай көгершіндер бар, жыландар бар, өте көп жануарлар бар. Достарымыз келеді, болмаса бір қонақтар келсе, үйде жаңағыдай жыланға жерде, маймылға жерде деп қорқып үйге кірмейді. Үйде арыстан да бар кішкентай. Айджан пришел на шоу с обезьяной. Говорит, не с кем было оставить котипаж. Именно так зовут макаку. Раунд! На сцене он покажет номер, который готовил много месяцев, но без животных. Рискпен біз бүгін өнер көрсетеміз. Өйткені көрсетіліп атқан номерлердің арасындағы ең ерекше ол иллюзия. Және де ол біздікі жай ғана иллюзия фокус емес, ол трюк. Ол жерде адамның бір денесіне зақым келуі мүмкін. Бүгінгі трюкта ол өте қиын. Сол үшін біз 3 ай дайындалдық. К сожалению, месяцы тренировок прошли зря. Сцена ошибок не прощает. Айджан, как она? Нормально. Все, живая? Все. А то, может, ты ее дальше загипнотизируешь. 15-я стенка уже. Я не увидела крутизны, я заметила именно вашу схему, ваши иллюзии. И в конце номер не удался. Иллюзии не было. У тебя 2 «да», 2 «нет», но ты не проходишь следующий. Спасибо. Удачи. Зачем докапываться, как это делает, что делает? Главное, я хочу верить в чудеса, и мне понравилось. Потому что верите в чудеса. Не надо в них верить.
Чтобы выступление прошло на высшем уровне, нужно месяцами оттачивать свое мастерство. Андрей Швецов знает это по своему опыту. Иллюзионист из Нур-Султана очень много времени проводит за изучением психологии, микромагии и менталистики. Я понимаю, да, что чем больше я узнаю, тем приходит осознанность, что на самом деле я знаю мало. И, как говорится, нет предела совершенству, да, чем больше ты узнаешь, тем больше тебе хочется еще впитывать, впитывать, впитывать себя. Вы можете называть меня просто волшебник. О, ваша любимая. Я обожаю волшебников. Внутри мешка находятся разные слова. Закрыть глаза. Интуитивно, деген, на ощупь по примерно, да? Я. Все. Лампочка. Сидора, как думаете, что находится в коробке? Да ладно! Лампочка. Вот это лампочка! Я посещаю семинары, посещаю форумы, то есть смотрю видеолекции. В основном все самые лучшие знания, это, безусловно, в книгах. Я попрошу весь зал на счет три крикнуть слово «добро». Если космос, если Вселенная, если Всевышний услышит нашу позитивную энергетику, возможно, что-то произойдет. На счет три готовы? Магию и волшебство можно найти и в музыке. Айжан Нусувалиева из Кыргызстана прошла долгий путь перед выходом на сцену Central Asia's Got Talent. Однажды она уехала в США на заработки. Когда я находилась в Штатах, я сначала устроилась туда официанткой. Я работала, потом там, в этом же заведении, была живая музыка. И я напросилась сама спеть, и хозяева заметили и пригласили меня уже работать в качестве певца. Во время творческого вечера в баре к Айжан подошли слушатели и похвалили за выступление, отметив, что с таким голосом нужно участвовать в шоу талантов. На то время я уже очень долго пела, у меня был уже большой опыт. Я подумала, почему бы и нет. Я начала искать информацию. И когда искала, я наткнулась на то, что это невозможно, потому что нужно быть для этого гражданином США или как минимум иметь грин-карт хотя бы. После Айжан улетела в Москву, где ее жизнь завертелась в потоке новых событий. После Штатов, наверное, где-то через годик, я вышла замуж и поступила туда на эстрадно-джазовое отделение в Академии имени Маймонида. Отношения супругов не сложились. Айжан развелась с мужем и вернулась в Бишкек. Услышав про шоу Central Asia's Got Talent, девушка решила продолжить музыкальную карьеру и пришла на кастинг. И, как оказалось, не зря. Человек, который любит свое дело, в итоге придет к успеху. Азика из Казахстана придерживается этого мнения уже на протяжении 10 лет, радует публику восточными танцами. Я вот вспоминаю, вот захожу я в студию, там сидит мой будущий преподаватель, да, я такая вся деловая, ничего же не умею, да, а сама такая вау-вау. Я говорю, я хочу танцевать, говорю, профессионально, на сцене, а сама при этом ничего не умею, вообще ничего не знаю о восточных танцах. Она такая на меня посмотрела, ну я тебя поняла, говорит. Такое рвение Азика объясняет своим боевым характером. До танцев она профессионально занималась карате и выиграла десятки соревнований. Победный кубок чемпионата республики Азика бережно хранит дома. Это абсолютно две разные энергии. Это очень сильно изменило меня и повлияло на мой, ну, в общем, на мое состояние и на мой характер. То есть я стала намного женственнее, я стала
намного уверенней. Вот, потому что я знаю, когда я танцую, я самая лучшая. Я королева. Я королева танцпола. Я прям, ей понравилось. Ну, в общем, девушкам понравилось, а Серик сказал, что, типа, я, говорит, честно, не люблю, говорит, восточный танец, говорит, но, говорит, ты сегодня меня, говорит, заставила полюбить его. То есть это стало очень как-то приятно для меня. Знакомьтесь, это Жан Маким. Несмотря на свой юный возраст, Жан успел выиграть множество вокальных конкурсов. Это первое место в конкурсе «Поколение Next» в Сочи, звезда эстрады в Санкт-Петербурге и даже выход в четвертьфинала российского вокального шоу в команде Валерия Меладзе. Но оказывается, отец Жана никогда не хотел, чтобы его сын занимался музыкой. У меня сосед над нами был, он был... Там, мальчик, он много играл, и я уж точно не хотел, чтобы мой ребенок, то есть мне всегда его жалко было, потому что мы все во дворе играли, веселились, а он по 5 часов на фортепиано занимался. Поэтому отец отдал Жана на плавание и хоккей. Спортсмен. Вот кем должен быть сын. Всегда думал, что ну, мой ребенок музыкантом точно не будет. А потом у меня сестра на Новый год подарила DVD, с каким-то живым концертом Майкл Джексона, там, начало 90-х в Лондоне, что ли, на стадионе. И я просто его включил, и Жан, он просто остановился, и 2 часа просто с открытым ртом рассмотрел Майкл Джексона концерт, повернулся и сказал: «Поставь еще раз, и я хочу быть таким же, как он». Известный русский композитор 20 века Николай Римский-Корсаков и американский музыкант Канье Уэст видят музыку в разных цветах. В науке это явление называют хромостезией, а людей, обладающих этим даром, — синестетами. Природа подарила такую способность и нашему участнику Жану. Например, играет музыка, у меня в голове вспыхивает цвет. Вот. Когда он первый раз рассказал об этой способности, конечно, мы не поверили, потому что, ну, ребенок, они, дети, они склонны фантазировать, может быть, ему так кажется. А потом я просто провел эксперимент, я выбрал 50 песен, каждую мы проверили, и потом я записал цвет, и потом через 2 дня у него переспросил, поменяв их по номерам. И он ни разу не ошибся. Говорят, это очень редкая способность. Я еще с такими детьми никогда не встречался. Жан считает, что эта способность помогает ему лучше чувствовать музыку. В остальном он, так же, как и его ровесники, увлекается супергероями из книг и фильмов. Иногда читаю книжки, иногда люблю собирать конструкторы, иногда смотрю фильмы. Иди... Учи уроки. У меня 2 любимые книжки. Это «Перси Джексон и море чудовищ» и «Гарри Поттер и проклятое дитя». Мне нравится, как ты чувствуешь песню, как ты
прям растворяешься в ней, живешь этим. Спасибо. Жан, у тебя 4 даты, проходишь следующий тур. Мы тебя поздравляем! Спасибо вам огромное. Мне понравилось мое выступление. Я немножко волновался. Мне судьи сказали, чтобы быть немножко собраннее. Central Asia's Got Talent участники показывают то, от чего начинаешь верить в волшебство. А люди, которые верят в чудеса, добиваются успехов в жизни. Наши конкурсанты не раз подтверждали это. На сегодня мы с вами прощаемся. Но не забывайте, что уже в это воскресенье вас ждет новый выпуск шоу. Когда скажу тебе, что ты не стоишь ничего, я прошу, ты не верь никому.